Что вы там нашли, господин сыщик? Вот это поворот. Опачки, ношу очки. А кто это у нас тут сидит? А это члены жюри конкурса. И давно сидят. Сидят? Да, как посадили, так и сидят. Ну, это замечательно. Ну, так что у нас там? В деле, наверное, есть их личные данные. В моем сценарии, конечно, да. Итак, друзья, сегодня в судейской комиссии конкурса «Маленькая присутствуют руководитель театральной студии сотворения районного дома культуры «Инталь» Наталья Владимировна Скобейко. Екатерина Полкова, дизайнер дома одежды города КСС. Специалист по информационной работе администрации Бабучанского района Ирина Владимировна Путенко. И председатель жюри, заместитель главы Бабучанского района по социальным вопросам Иван Маркович Степанов. Разрешите представиться. Разрешите вас немного отвлечь. Да запросто, отвлекайте. Уважаемый господин сыщик. Жан-Клод Ван Дам? Что вы, ну, нет. Жан-Поль Бельмондо? Ну, тоже нет. Жанна Д'Арк? И вы туда же нет. А Жан и Иван. А как вас, мадам? Мадмуазель. Кстати, я всегда мечтала побывать в Париже. Ой-ля-ля. И я тоже туда хотел бы съездить. Прогуляться по Елисейским полям. Залезть на Эйфелеву башню вместе с вами. Нет, заглянуть ночью в Лувр. One, two.